But not only customers we are gaining, we are also gaining the very high ARPU customers. And our ARPU, I cannot say its numbers, but every month is increasing. That's also good. And also we are getting the corporate customer and also very famous customer like Odessia by the time. So we are happy. Everything is going better than planned. Относительно реализации наших планов и как это все развертывается, на текущий момент, в среднем, если говорить, да, то порядка на 10% мы опережаем те ожидания, которые у нас были. На текущий момент количество абонентов Live, оно приблизительно подходит к 400 тысячам, 3 месяца активных абонентов, порядка 390 тысяч. Вот, мы приблизительно каждый день добавляем в нашу семью порядка 2-3, иногда и 4 тысяч абонентов за день. И мы очень рады, что к нам присоединяются такие абоненты, как Олеся. Вот, к нам приходят также и корпоративные абоненты. Вот, поэтому не только цифры по привлечению абонентов идут согласно планов, но также и другие показатели реализуемы. Типа сколько айфонов зарезервировано для коммерческой? Я могу заранее сказать, что это коммерческая тайна. Зарезервировано нет такого понятия через аккредитацию. Вот это number of iPhones we reserve for this campaign. iPhone, we mean the many. Important how many customers will come. If come to 10 million customers, we are ready to give iPhone. There is no limit. We have big stock in the iPhone. Мы не резервировали какое-то количество конкретно, сколько их может участвовать, людей, кто сколько выиграет. То есть непосредственно все те, кто достигнут условий, да, 50 абонентов, все 50 активировали, все 50 пополнили счета. А вот непосредственно сколько айфонов будет роздано. То есть как бы... Нету какого-то лимита или предела в этом. Чем больше клиентов, тем больше. Да, чем больше клиентов, тем больше отходов. Давайте. Да, вперед. Нас здесь кто-то еще один. Каждый приведет по 100 человек, ближайшую. Олеся, а вы вообще поете добрый старый джаз или рок? Боже мой. Ну теперь-то я, наверное, точно запою, потому что, да, как бы к этому располагается. Вы слышали, какая песня сегодня звучала, когда мы подошли? It's my life, поэтому ну теперь я буду вынуждена просто это песню. Вынуждена давать. Олеся also will compose for us one life each time. Life. Жан, надеюсь на то, что в будущем, возможно, будет какая-то песня Life. Да, мы даже можем всем семействам снять наши рекламы, прощаемся. Необходимость в валютных средствах не планирует ли это к сделке.